Всем привет! Вот сегодня у нас два новых волчка. Это Горусуд и Эвиперо Э2. Кто нас давно смотрит, знает, что Ледика любимчик это Эвиперо. И он очень давно хотел себе Эвиперо Э2. И вот мы исполнили его желание. В комплекте с Эвиперо Э2 идет Горусуд. Но сейчас мы распакуем их, посмотрим и, конечно же, сразимся. Кстати, Горусуд это коричневый. Ребята, у нас новая арена синяя. Еще у нас есть красная. Да, тоже новая красная арена. Покажем чуть позже ее. Давай распакуем. А где ножнички? Сейчас, давай, пока так. Там ножницы это огромные. Ма, осторожно, не порежь. Это я-то не порежу, что ты не порезать. Так, что здесь инструкции? Смотрим. Это арена как тазик какой-то. Красная самая у нас, наверное, большая из хардовских, какие у нас есть. Мы распаковали первым Эвиперо Э2. Вот такая у него верхняя крышка. Вот сверху кажется, что Эвиперо черный, но снизу видно, что он темно-серый. Вот такой. Давай покажем QR-код. Вот код Эвиперо Э2. Вот такой вот энергетический верхний слой у нашего Эвиперо Э2. Нарисована у него посерединке это змея. Да, кто не знал. А по краям какие-то красные штучки закругленные, да, чтобы отбивать, наверное. Это чтобы защищаться. Кольцо у него Битрамоса и Триптуна. А наконечник у него Фантазуса, и он, кстати, золотой. Вот эти. Давай, Эдик, собирай его. Вот такое. Красавчик. И вот Эвиперо. Ну, просто. Эвиперо Э1. Ну, уже Э2, да, покрасивее. Такой вот. Солиднее выглядит. Да. Видно, что он на поколение старше. Красивый Эвиперчик. Второй. Ну, у нас еще остался Горусуд. Его нужно собрать. Вот мы достали Горусуда. Давай, Эдик, его поближе рассмотрим. Вот такая у него крышка. Такая прям мини-крышечка. Покрути ее так по чуть-чуть. Покажи ее вперед. Напоминает какие-то крылья. Кто у него аватар? Я не помню. У него аватар ястреб. Ястреб? А, понятно. Кстати, да, очень похоже на какого-то ястреба. Даже его наконечник, как лапы. Вот если присмотреться, то видно небольшую голову ястреба в середине. Красивый, да, он такой? Угу. Еще у нас не было вообще никаких Горусудов. Кому нужен код, сканируйте, пожалуйста. Такой силовой диск мы встречаем впервые. Еще на других боях мы такого не видели. Ну, он не особо тяжелый. Кстати, какого типа Горусуд у нас? Выносливого. Выносливого. Это прям напоминает крылья такие. И наконечник Триптуна. Напоминает лапы прям. Настоящий ястреб. Я танцую. Давай, я собери его. Кто не знает, Эвиперо защитного типа, Горусуд выносливого. Сейчас мы их сразим. Да, вот посмотрим. Такой прям. Сюда если бить, то можно его победить. Начинаем наш первый бой. Кем ты, Эдик, хочешь играть? Я хочу Эвиперчика. В первом бою Эдик выбрал себе Эвиперо Э2. Мне достался Горусуд. А потом мы поменяемся, чтобы было честно, да? И, кстати, мы с Эдиком первый раз играем на этой арене, даже еще не пробовали, как на ней играть. Так что у нас сегодня почти все новинки, кроме запускалок. Да. Ты готов? Первый раунд. 3, 2, 1, вперед! Ой! Мама подсказала. Арена маленькая, непривычная. Нет. Ого, это Эвиперо так трещит. Да. Ого, ничего себе, он как будто сейчас взлетит. О, ты слышишь, какой звук? Ничего себе. Мама, повыше, вот сюда, где вот пониже. На по стенкам запускай. Кстати, меня. Еще чуть-чуть, и ты взорвал бы Горусуда. Возьму другую запускалку, потому что это большая, очень неудобно запускать. Так, какой там раунд? Второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Мама, почему ты так плохо запускаешь? Да мне что-то неудобно. А мне удобно.
Мама, опять проиграл. Знаешь, я тебя могу дать в туалет. Давай. Вот сюда ставь руки. Куда? А вот так это специально, чтобы руки держать? Ну, можешь вот так, но я ставлю вот так. Три, два, один, первый. А так, вроде вот. Лучше, да, запустила? Да, хорошо уже запустила. Просто непривычно. Дарина такая какая-то маленькая по сравнению с теми, которые у нас есть. Ну, она все такая слишком большие края. О, а Парусуд победил. Счет 1-2. Четвертый раунд. 3-2-1-4. Мама, сейчас красота будет. Я не спокойно. Запуск. Ничего себе. Я сейчас я тебя выбью. Посмотрим. На Випера тоже что-то боком ходит. Если бы... Кто победил? Наверное, я все-таки. Ты победил? Так, ну тогда ты выиграл. Так, мы с Эдди меняемся Бэями. Он играет... О, давай попробуем на нашей белой арене. О, давай. Давай. Синяя, конечно, прикольная, но на ней надо еще учиться играть. Мы сейчас сражаемся с Эдиком на белой арене. Эдик и Виперо 2 играет, я Ворусуда. 3, 2, 1, вперед! Ого! Виперо. Тут уже это я понимаю. Тут просто о, удобно. Я тебя подбиваю под место такое. Ты защищаешься. Я давай, тебя не ударю. Давай, Русуд, покажи, что на этой арене ты тоже не промах. Ага. Ну и что? Виперчик. Это ему помогает свой острый наконечник. Ну, какой да. Под углом крутится. У него сейчас две под... Второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Я попыталась запустить очень быстро. Я супер запустил. Интересно, на. Сможет ли кто-то кого-то разбить? Посмотри, как они агрессивно атакуют друг друга. Хотят центр арены. Ну и... Это у нас его должен крутиться возле арены. Вот они, а защита кто выдыхается? Парусуд. Ну, Бипара тоже скачается. Я победил все-таки. Ну, практически не одинаково. Ну, ничья, ты победил, но еще чуть-чуть была бы ничья. Но третий раунд. 3, 2, 1, 4. Бипара сейчас должен атаковать. Что-то твой Бипара пошел как-то под наклон. Я его так и запустил, чтобы из тебя сбить. Ну, защитные же они не должны быть под наклоном. О, и порой этим пользуются. Смотри, они как будто танцуют. Бандуры Хари. А, видишь? Так, значит, я буду запускать противо уклона. Так, как я себе сейчас пускаю. Счет 2-1. Четвертый раунд. 3-2-4. Под другим углом. Два. И порой начал тушиться. Ого. Нет, Эдик, нельзя Эвиперу запускать под наклоном. Эд-2. Это не его конек. Это еще из-за наконечника. Вот. Так, счет 2-2. Какой-то пятый раунд. 3-2-1, вперед! Ого! Ого! Ничего себе! Это я так... Попыталась очень сильно запустить и себе... Супер сильно запустила. В общем, мы супер сильно запустили, и Парусуд не выдержал такой атаки, таких столкновений, и проиграл в двух боях. Но сейчас мы с Эдей поменяемся. Ага. Я тоже хочу поиграть. Вот Эвиперу. Будет на красной арене потом, следующий раунд. Давай на красный. Хочешь сейчас на красный? Ну, давай сейчас. Давай. Вот у нас еще одна обновка. Красная арена. Сейчас я буду вот так. Первый раунд. 3, 2, 1, вперед. Надя, у тебя хоть старт был? Как? Вот ты раньше времени запустил. Ну, ладно. Так, это я что-то пропустил. Лэби порой 2 бешеный. Разбил. Круто, да? 3, 2, 1, вперед! Давай, Ворусу! Давай, Эйфера, ты справишься! За кого ты болеешь? Я за Эйфера! Эйфера! Ворусу начал поддаваться арене по ее уголкам этим. Видишь, Эйфера на месте стоит. Оооо! Сделал его
Но Эвиперо победил. А видел, что под Хуросудом, когда он так под наконечник наступил Эвиперо, были искры. Да? Ничего да, себе. Или мне показалось. Не знаю, я не видела. Ну что, теперь... Это прям как ловушки для Хуросуда. Как ни крути, Эвиперо он сильнее и в Эдика руках, и в моих руках. Поэтому сейчас встретятся два Эвиперо. Я хочу Эдва. А сейчас будет очень интересная битва Эвиперо Э2 против Эвиперо Э1. Эдик, кем ты будешь играть? Я буду Эвиперо Э2. Первый раунд. 3, 2, 1, чемпион! Эй, пальчики, давайте, покажите. Два брата на арене. Не, Эвиперо Э2, конечно, очень красивый. Они, наверное, не хотят сражаться. Это, наверное, хотят, чтобы была ничья. Посмотри, мне кажется, первый Эвиперо не готов сдаваться. Ничья. По-моему, чуть-чуть твой прокрутился дольше. Да, я даже так не думал. Да, так что в первом раунде счет 1-0 в пользу Эвиперо Э2. Второй раунд. 3-2-1. Эвиперо начал атаковать. Эвиперо Э1. Твой занял центр арены. Эвиперо Э1. Э1 хочет тоже в центр и вытесняет. Так, я пока что лучше кручусь, чем мама. Чем мама? Да, вот здесь, конечно, победа твоя. Так, счет 2-1. Можно поменяться, может, в твоих руках твои парчик будет сильнее. Потом. Не, потом, сейчас давай доиграем, это будет. 3-2-1. Красавчики какие, да? Какой Эдик тебе больше нравится? Не, они оба нравятся. Оба нравятся? Да. Одинаково? Да. Ну что-то Эвиперщик наш подустал. В моих руках, какой у меня пара, тот и сильнее. Ну давай тогда. Потому что я сам герой Эвиперо. Эдик решил, что он герой Эвиперо. Давай так, тогда так поменяем. И есть. Ну тогда сейчас сыграем. Ты будешь своим любимым Эвиперо Э1, а я буду твоим еще одним любимым Эвиперо Э2. Это мой новый любимый. 3-2-1 Кирилл! Ого! Эвиперо пошел в атаке. Ничего себе! Вот это Эвиперо Э2 дал жару. Он, наверное, не хочет, чтобы все думали, что он слабее, чем Эвиперо Э1. И показал нам напоследок такой супер мощный удар и взрыв Эвиперо Э1. На этом бой закончился. Вот такие у нас сегодня новиночки. Хуросуд и Эвиперо Э2. Как вам эти бои? Какой вам больше понравился? Напишите в комментариях. И какой вам больше нравится Эвиперо Э2 или Э1? Эдик, какой тебе больше понравился? Тот и тот. Несмотря на то, что Эвиперо Э1 проиграл Эвиперо Э2, Эдик все равно любит своего первого самого Эвиперчика, но и полюбил уже и второго. На этом видео мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Мы вас любим. Всем пока!